Всем привет! С вами Яна Черней. И в сегодняшнем видео мы будем делать вот такой интересный бантик из искусственного меха, размер которого 10,5 сантиметров. А если вам интересно, как его сделать, продолжайте смотреть. Итак, для работы нам понадобится, как я уже и сказала, вот такой искусственный мех. В моем случае это розовый цвет. Ширина такого меха получается приблизительно 20 сантиметров. Для бантика по всей длине отмеряем 9 сантиметров. И вырезать я буду с помощью канцелярского ножа. У меня вот такой фирмы Sigma. Если я где-нибудь его найду, обязательно ссылочку я оставлю в описании. Можно провести линию, а можно просто приложить металлическую линейку и отрезать нужный нам кусок. Итак, у нас получается таким образом отрезок меха шириной 9 сантиметров и длиной 20 сантиметров. Для того, чтобы сделать две одинаковые части бантика, сгибаем нашу полоску напополам, отмечаем и тоже режем с помощью канцелярского ножа. В итоге получаем на одну часть бантика отрезок шириной 9 сантиметров и длиной 10 сантиметров. Определяем центр нашей заготовки. Наносим по центру клей, можно чуть-чуть выше, не доходя до края, приблизительно 5 миллиметров. И края сводим к центру. Получаем вот такие две одинаковые заготовочки, которые мы будем прошивать. И прошивать я буду с помощью мононитки. Если у вас нет, вы можете выбрать ниточку для бисера или же та, которая у вас есть, только очень аккуратно стягивать. Прошивать мы будем в 4 прокола. Берем заготовочку, складываем напополам, вот так. Делаем первый прокол. И там, где узелочек на мононите, фиксируем, чтобы у нас ничего не развалилось. И прошиваем. Нить не обрезаю, беру следующую заготовку и прошиваю таким же образом.
Иголку продеваю в первую заготовочку и хорошенечко стягиваю и прошиваю. Для того, чтобы наш бантик держал форму, мне понадобится вот такая интересная эко-кожа. Очень хорошо сочетается с самим мехом. И шаблон номер 128, размер которого 10 см. И все очень просто, как всегда, прикладываем на эко-кожу, обводим, вырезаем, но здесь мы будем немножечко удлинять шаблон. Приклеиваем бантик к эко-коже. Если вы хотите, чтобы у вас была стразовая серединка, тогда делайте все без клея, чтобы можно было все прошить, чтобы ничего не отвалилось.
И в качестве серединки я выбрала вот такую металлическую пряжку, в которую буду продевать полоску из эко-кожи шириной 1 см. Ну вот и все, наш бантик готов. Как по мне, очень легко и очень быстро. А результатом вы будете довольны. А на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!